стадионе Signal Iduna Park, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь, в Челябинске сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Сыграть сегодня все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Указывают состав команды гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Мы на стадионе Signal Iduna Park, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь, в Челябинске сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Указывают состав команды гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Мы на стадионе Signal Iduna Park, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь, в Челябинске сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Указывают состав команды гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Мы на стадионе Signal Iduna Park, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь, в Челябинске сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Указывают состав команды гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Футбольные стадионы часто строят вместо предшественников. В этом смысле Signal Iduna Park стоит особняком. Его построили не вместо, а рядом со старой ареной Боруссии Rote-Erde. Более того, Rote-Erde до сих пор активно используется. На ней проводят свои игры любительские и молодежные команды Дортмундской Боруссии. Команды начинают эту игру. Поехали. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Мяч
перешел к другой команде. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. И есть вариант, куда сделать пас. Угловой удар назначает судья.